Всем привет! В этом видео я покажу, как заменить вздувшиеся конденсаторы на материнской плате, для чего это нужно и в каких случаях их стоит паять. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Конденсаторы – одна из самых недолговечных элементов на материнских платах, блоках питания и видеокартах. Внутри они содержат жидкость электролита, который при высоких температурах испаряется и в результате приводит к выходу из строя конденсатор. Нагрев таких элементов в рабочей части материнской платы происходит регулярно, не говоря уже о блоке питания и других элементах. В результате вышедшего из строя конденсатора компьютер может зависать, перезагружаться, появляться синий экран, включаться не с первого раза и даже не включаться вообще. Зачастую люди связывают перебой функционирования своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Конденсаторы же редко выходят из строя на новых изделиях, исключением является разве что брак изделия. Если вы заметили перебой в работе компьютера, стоит также осмотреть и конденсаторы, вдруг все дело именно в них. Определить неисправный конденсатор нетрудно. Как правило, на его вершине вы увидите небольшую вздутость, иногда даже с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также легко определить при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью мультиметра, но обычно достаточно и простого осмотра для выявления нерабочего компонента. Для замены конденсаторов нам понадобится следующее. Паяльник желательно брать с тонким жалом на 40-60 Вт, не более, так как можно перегреть плату. Канифоль или флюс, припой и средство для удаления канифоли с платы. Это может быть спирт или очищенный бензин. А также самый главный компонент, соответствующие конденсаторы определенной емкости и вольтажа. Учтите, что в том случае, если вы перепутаете полярность или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он может взорваться. Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. Внимательно посмотрите на маркировку. Здесь в любом случае указан вольтаж 6,3-10 Вольт и емкость 1000-1500-2000 микрофарад. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот емкость влияет на время зарядки и разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи. Поэтому емкость следует подбирать равную той, что указано на корпусе. Итак, чтобы заменить испорченную деталь, ее сперва нужно удалить. Нерабочий конденсатор мы определили, теперь нужно найти его ножки с обратной стороны. С этим могут возникнуть некоторые трудности. Но я думаю, вы справитесь, если уже решили сделать это самостоятельно. Определив ножки конденсатора, начинаем греть одну из них, слегка наклоняя элемент со стороны нагреваемой ножки. При расплавлении припоя конденсатор будет наклоняться. Аналогичную процедуру проводим и со второй ножкой. Можно попробовать греть сразу две и покачивать конденсатор со стороны в сторону, с ножки на ножку, пока он не высунется. Если правильно греть и наклонять, он выпаивается без труда. Выпаивая элемент, не стоит спешить и сильно давить. Материнская плата состоит из многослойного текстолита. Прикладывая чрезмерные усилия, вы можете повредить контакты внутренних слоев платы. Также долговременный нагрев тоже может ее повредить. Это может привести к отслонению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Просто прислоняем паяльник к ножкам и слегка надавливаем. Если припой на материнской плате не плавится, можно добавить немного легкоплавкого припоя. Так как раньше в ходу были платы на свинцово содержащем припое,
сейчас все больше переходят на бессвинцовый, а температура плавления бессвинцового припоя на 20-30 градусов выше. Таким образом, и нагревать место пайки нужно дольше и сильнее, что может быть чревато, как я уже говорил ранее. Поэтому есть хороший метод. Перед пайкой нужно при помощи разогретого паяльника нанести на выходы конденсатора легкоплавкий припой. Таким образом, мы как бы смешиваем оба вида припоя, в результате чего получаем меньшую конечную температуру плавления в месте пайки. При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстие в плате. Попробовав паять конденсатор тем же способом, которым мы его выпаивали, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Поэтому отверстие нужно освободить от него и расширить. Для этого нужно с одной стороны вставить в отверстие, к примеру, зубочистку или скрепку, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Когда припой расплавится, зубочистка войдет в отверстие. Делать это нужно аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы. Если вы используете иглу или скрепку, ее нужно вращать, чтобы она не схватилась припоем. Если у вас есть уловоотсос или оплетка для удаления припоя, конечно же лучше будет воспользоваться ими. Если вы используете БУ конденсаторы, перед монтажом нужно обработать их ножки, нужно снять с них весь припой. Теперь осталось лишь припаять рабочий конденсатор. Для этого вставляем его в отверстие. Важный момент, здесь главное не перепутать полярность. Она указана на материнской плате и конденсаторе, будьте внимательны. Что может произойти при неправильной полярности, я уже говорил. Обычно на материнской плате есть обозначение установки конденсаторов. Закрашенная сторона – это минус. Но лучше всего запомнить, как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначение в виде полоски со знаком минус. Вставляем конденсатор. Смазываем ножки флюсом и припаиваем. После окончания пайки не забудьте провести очистку платы специальной жидкостью – изопропиловым спиртом, этиловым медицинским или очищенным бензином. Смывать обязательно, так как на плате могут остаться незаметные глазу капельки припоя, который запросто может замкнуть близко расположенные друг к другу дорожки. Да и активный флюс может вступить в реакцию с окружающими компонентами, поэтому обязательно нужно его смыть. Неисправные конденсаторы, помимо материнской платы, могут находиться где угодно, вызывая сбои в работе устройства. Также они есть и в блоке питания, на видеокарте и так далее. Если вы заметили вздувшиеся конденсаторы на другом устройстве, их легко можно заменить, следуя этой инструкции. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.